Посмотрите, какой красивый кустарник. Это что за красота такая? Обалдеть! Как оно называется, не знаю. Где мы находимся? С Ашкымом. Покажу вам диван, гостиница. Всем привет, друзья мои! Кошка приехала. А вот и я, друзья мои. Боже, помоги мне. Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом. Пока-пока. Всем привет, друзья мои. Мы с Ашкымом вышли. Я была сегодня с Настей, но забыла совсем снять вам. В таких интересных местах мы были. Ну, с головы что-то вылетело. А сейчас я говорю, как я сегодня пропустила и не показала вам столько мест. И не познакомилась с двумя. Я сегодня познакомилась с турчанками. Были в ее салоне, и мне наконец-то привели в порядок брови, усики подергали, я что-то вообще не сдохла от боли. Второй раз в жизни сделаю. Первый раз мне Эмочка сделала, а сейчас вот в салоне. И вот пришли домой и решили выйти за покупками, потому что время идет, границы закрыты, Светлана не едет, внучка в школу собирается и остальные в садик. И я решила пойти сегодня за покупками, найти время. И отправить надо поскорее эту посылку. Посмотрели в таком канцелярском магазине. Сумку очень понравилась. И Ашкым завтра пойдет, купит. А вот мы сами пришли в Сараи парк. Здесь вот такой Алишвериш центр. Торговый центр. И вот купили еще Юстер Ашкым. Целую сумку купили трусов на 300 лир. Я вам потом дома все покажу, что купили. Майки, колготки, трусики. В общем, все такое по мелочам и 300 лир. Но, естественно, в Грузии это будет намного больше. Так что идем продолжать там для школы что-то покупать. Эски кипа, это старая кипа. Посмотрите, будуал Машкин чечеклеры. Я. И думали, что это живое. Дуалашки. Мы думали настоящее. Это искусственное, как красиво. Такие кафешки здесь. Нам пока никогда кафешек. Может, мы попозже и покушаем что-нибудь. Но сейчас нам нужно определенно что-то купить. Потому что время вообще так спонтанно я решила сходить. Идем мы в Сарай парк. Может, себе что-нибудь тоже выберу. Видела сейчас такие шляпы, такие ножки мне не купил. Знаете почему? Потому что тащить же их надо там возле нас. Какие шляпки мне так подошли. Обязательно куплю. Обязательно. Ашка Мурадан Гириджис. Вот контроль. При входе дезинфектор, обработали руки. Вот так выглядит, очень красиво сделали. Естественно, надо в масках. Ой, Евроше, мой любимый Евроше. Ой, ну буду я лучше выпишу по интернету, потому что у меня нету сил заходить. Сейчас надо пойти по делу. Хады бы фиатла рыбака сейчас. Посмотрим, какие здесь цены. Хотят они спортивную обувь. Бу фиатлары я заверну. Кизель фиатлары, вам обо и марка? Там обо юг что-то, а? Ваксен. Найки, ашки, мне кизель. Бу номара я заверну. Видите, какие хорошие найковские. Удаи, Марко. Хады пока же осветлишь. Посмотрите, какие скидки. Гюзель индир. В общем, отключаюсь. Мы в Акике. О, гюзель были, ашки, молоджанды. Посмотрите, какая. Вы знаете, что для детей лучше такое все по-простому, да? Мне так кажется. А мы вот чок сады. Вот это гюзель берет.
Вони кадар. Кюкток зелер. Бир бойли алача, мама кючука. Спи, мама, не сестру. В общем, такое платье посмотрим сейчас. Сорочки, блузки, чоксады. Шинды. В общем, вот так выглядит магазин Вайкики. Тут тоже всего тут интересного такого. Глаза разбегаются. Точно глаза разбегаются. Посмотрите, шляпы какие. Красота. Ну вот кое-что взяли. Там две простые блузки. Носков еще я понабрала. Большое разнообразие. Ну, естественно, для детей это нормально здесь купить. Для меня уже не то. Ну, можно дома вот такое, видите, платьице. Для дома. Вообще, раньше я, конечно, тоже носила Вайкики. Сейчас уже более такой купаю. Так, ну что тут у нас ждет? Мави. Видите, вот так вот. Игровая площадка. Фитнес-клуб Вар. Видите, какой красивый центр. Эви чинашким. А, для дома такие красивые вещи. Ашким северчок. Мобиль агиби. Ну, мебель там. Разные причандалы. Видите, как здорово. Едем, едем. А, Аштра? Да. Ну, взять. Табики. Смотрим. Так, значит, смотрите, скидки. Юз 100 лир скидки. Как у нас почти. Ну, конечно, качество. 2 миллиона. Ой, Ашка, мама калит. Бенбуй сюр, Машка. Я то хочу. Убачить. Да, это для сада. Скидки, скидки, скидки. Гюзель. Идем посмотрим. Смотрите, что здесь продается. Балкон для Гюзель. Ашкебу? Алмазный балкон, да? Теннис, о, кабины, душ. А. Мама бенбу истеру, балкон, да. Мама, чё кто похолодей, или где? О, не катар. А те подороже. Вот так, Юзель. Вот такие нам надо взять просто для на балкон. Мебель. Унитазы. Светлана. Мой муж больной на такие вещи по хозяйству. Какие красивые кружки. Как в виде кружки, да? 65 лир. Смотрите. Ашкин, будет катар кузы. И эти тоже. Не. Раф лязем без раф. Чичок и чился, не дедин. Нам надо полка для цветов. А терламиорсы нафиг. Ну нечем. Бахч. Ты не забыл? А, термометр. Вот такие термометры оригинальные. Кач дереже.
все для мангала. Так, здесь что у нас? Лейки. Я прав. Наверное, какие-то растворы. Да, для обработки листьев. Сапоги резиновые. Дверные ручки. Цены показываю вам, сама не вижу. ВНЭшка. Павлюк на нас максимум, еще раз максимум. Чичекачин. Балкон, да? Я хочу полку для балкона. Дрели здесь продают. Да моторы, а? Вешалки. Коврики. Такой более качественный. Вот и полочки. Видите, как они выглядят? И цветов красивые, да? Вот видите, как они подкрепляются здесь, подвешиваются. Вот. Ашкин Булдум. İşte bunlar da böyle yapıyorsun. Duvara monte ediyorsun. Şöyle. Это двойные. Ama nasıl bu yapıyorlar? Böyle mi? Ne kadar 19? Tane olarak. Sonra ne yapıyorlar? Bu mu kullanıyorlar? Anlamadım. Tabii canım, şu kartlardan kullanıyorsun işte. Для кухни разные чандалы, для салфеток красивые. Это очень удобно, кстати. Пашкин, бучок кюзель. Посмотрите, какая терочка. Он ики. Это для вилочек. Это для мусора, по-моему, да, подвешивается. А нет, просто это для ванной. Интересное что-то. Ну, без макляди. Не надо макляди. Не ячина. Пучок буек. Ой, все надо, но так тащить, блин, как вспомнишь. Ташиваку к эту. Подашки. Купили вот на кухню. Такие деревянные лопаточки, вот такую я взяла. Ножи.
выключатели здесь. Нашки. Nasıl işte? Bende vardı ya beyaz. Bağlıyor değil mi? Burada bir tane almak lazım. Biraz kalın almak lazım. Bunlar da. Çok lazım oluyor evde. Ay, aziz lüstrüm. Свечи. Угу. Едем на третий этаж. Де-факто давай. Ой. Ну, если что, вот тут мне понравилась обувь, 100 лир полу для Деми, для мальчиков. И для в другом месте посмотрим, если не будет, то купим здесь. Ашкин как вперед пошел, Ашкин говорит, я проголодался. А, куда побежал, вы видите? Он больной на этот магазин игрушек. Такие же точно сумки, как мы видели Китапсана. Удаваксен. Айны, да. Точно такие сумки мы видели. Сколько здесь? Айны, да, и ведь. Не кадар сумки. Юзон алты? Ашкем, а там юз сексен беш. Аладжас. Представляете, там в Китапсане 185, а здесь это. Здесь мы, наверное, и купим. Муж голодный. Никого не видит. Пусто. Раньше сколько людей было здесь, а? И тут сидели, вообще место было переполнено. Пришли мы. Кимный заман. Ачикты. Ачикты. Очок хызгын. Когда мой ашкым голодный, он очень злой. Посмотрите. Посмотрите на него. Он говорит, съем официанта сейчас. С ножом. Аж вот мы будем кушать донер. С плавом. С пловом. Скажи, офедосон. Ашки, мы кмек кирек вармы? Никогда бы не рыться, он раз уйдем. Сколько это будет стоить, потом скажу. Хочу показать вам, что там внутри. Плов из булгура. На перловку нашу похоже. Горький перец. Хлеб и огурчики. Ну что, друзья мои, мы покушали. Выпили кока-колу, и это нам все обошлось. 54 лиры. Нормально, я считаю. Супер цены. Посмотрите, как делают конкур. Не ворон чинарис. Кашар. Сыр. Не масло. Все, все. Чиковте. Чиковте. Все вместе. Бюхоза. Patates. Patates. Сосиска. Сосиску. Компур называется.
Если мне добавки карандаш. Угу. Видите? Общий гидролог. Вам будет 24. Вот так это выходит. Вместе с колой 24. Отлично. Пошли мы дальше.